Так, вот так пока получилось. Вертикал. Сейчас покажу, как я реализовал. Вот смотрите, здесь SR50. SR50 разъем. Что я сделал? Прикрутил его. Потом взял 3М-овскую изоленту, самую хорошую. И заизолировал все, закрутил. И потом покрыл хорошей краской. Такой почти масляной. Вот, то есть со всех сторон сейчас покрытой краской. Ну и таким образом, естественно, водичка туда не попадет. Ну и плюс вот это низ будет, да, тут, чтобы вода не затекала, это все будет стекать. Ну и подвязал кабеля. Вот, и скоро буду ставить уже сюда 6 элементов.